Ютрабокский полигон, 18 июля 2023 года. Мы примерно с вами находимся в районе развертывания артполка. Войсковая часть 60-413. Примерно. Да это точно, даже не примерно, а точно. Только что за терминологию я не ручаюсь. Может быть, не развертывание. Но запасной район точно. Мы на подходе к одному из объектов, который был до там или чем уж он был. Посмотрим, он где велосипед находится, на крыше этого объекта. Мы к нему идем. И посмотрим. Это вот территория вся ископана. Огромные капониры. Ну, не огромные, большие капониры. Окопы, ходы сообщений. Все в ассортименте, можно так сказать. Опять же, если этот термин подходит. К этой ситуации. Ассортимент. Ну вот один из них. Небольшой. Это небольшой. Этих сосен и других деревьев, кустарников не было. Здесь это все выросло уже после нашего ухода. Природа быстро приходит в надлежащее состояние. Первозданное, так можно сказать. Вот там, где велосипед, крыша объекта, мы к нему идем. Мы там были ранее. Ну, ранее, самое мало, год назад мы там тоже были. Посмотрим, что изменилось. Насекомых очень много. Времени сейчас 11 часов. Вот время. Тепло, хорошо. Видимо, здесь ночью дождь был. Кое-где лужицы встречаются там на бетоне. Сейчас мы увидим. Я тоже обратил внимание, ехал, песок цеплялся к шинам. Думал, что это роса. Дождь был. Большой. Нам подняться надо на крышу. И поднимаемся. Ну, градусов уже за 20 хорошо. Быстро потеплело. Это второе видео. Здесь сегодня были у круглого где-то. Буквально полчаса назад. Я говорил, анонсировал, заедем там, где три объекта. Мы их минули. Не стал заезжать. Мы объехали их. Попали сразу вот сюда. Если у нас получится сегодня, мы еще и те посмотрим. Проезжать-то я там буду в любом случае. Но будет ли возможность сделать видео, посмотрим. Вот крыша. Объекта, к которому мы уже пришли. Вот это, по-моему, это крышка от цинка. Могу ошибиться? Нет, наверное. Скорее нет. Нам нужно фонарь взять. С собой пойдем. Вот, видно, что лужица была. Засыхает уже сейчас.
отсыхают. Это я их и видел здесь. Вот лужица. От росы, конечно, такое не бывает. Вот еще. Лужа. А мы пойдем туда вниз. Вон туда. Тут как бы амбразуры или вход сюда, вход. Насколько я помню, тут еще рядом окопы есть. Но это уже наше тут творчество было. Подразделение группы советских войск. Ага, вот еще что мы тут встретили. Это черемуха. Скоро будет чернетина. Да. Черемуха же попробуем сейчас. Да, конечно, черемуха. Фонарь бы нам не забыть, из-за него шли сюда. Вот мы оттуда пришли, с той низинки. Как я уже назвал, тут территория развертывания артполка. Как-то я говорил, боевого развертывания нет. Это сразу поправили. Так что вычеркиваем, боевое вычеркиваем, развертываем. Запасной район. А где уже был? Там мы потихонечку спускаемся сюда. Туда вот дорожка пошла, туда в ту сторону, в низинку. И там эти объекты, которые вот три. Там разрушенный дот один, один полу, один затопленный. И там еще новодел, так если можно сказать, это... Мы там построили для учебных целей. Кстати сказать, все это, все объекты для учебных целей были созданы с момента создания всего этого полигона. Вот мы куда спустились. Потихоньку. Тут туристы, видно, были. Даже не хочется территорию показывать, что рядом. Мы сразу будем ходить сюда. Вот видно, что влага. Может быть, видно будет. Капельки. Сосульки такие, это сталактиты. Вот, вход сюда, или амбразура, да вход какой был. Вот еще один вход. И мы сюда пойдем. Сейчас посмотрим по-быстрому, что там такое делается. Кабель или веревка. Да, шнурка вот раз вот. Валяется капроновый. Пластиковый. Да, мы с фонарем. Пригодится, не пригодится, но на всякий случай мы с собой его прихватили. И сюда заходим в небольшую дверь. Тут были навесы. Видимо, вентиляция была. Фонарь уже нужен. И тут ступеньки подъезжают. Вот ступеньки. И мы сюда. Ух ты, низко тут очень. Мы сюда спускаемся, дверь.
дверь налево. Открывашка, закрывашка. Вот какая. Подергаем. Нет, не дергается. Это запор такой. Окошечко смотровое. Да. Заходим. Зашли в рост двери и зашли в помещение. Тут вход еще в одно помещение, оно засыпано. Вот амбразура. Это заслонка такая, мощная заслонка. Видимо, тут были направляющие, как-то ходила, двигалась. Этой двери мы не идем, тут все засыпано. Вот в этот проход дверной идем. Вот тут текст есть. Как прочитать? Прокопьевск написано. Не могу. Может, подальше. Кемерово снизу написано. Кемерово 8870. Киселевск. Липецк, это же Липецк написано, сверху Липецк, где не мог прочесть. Да, написано тут слабо, нашкарябано. Заходим, переступили порог, вот здесь мы заглядывали. Посмотрели по сторонам. Вот тут в углу какая-то конструкция, элементы конструкции. Видимо, вентиляция была. Здесь также помещение засыпано. Вот оно как сделано, засыпано. Видимо, там была амбразура прямо. О, вот еще тексты в углу, вот приспособления. Может быть, фильтры стояли какие-то. Горький. Это же горький газ. Гомель. Ну, это, видимо, Гемпель, конечно. Кандалакша. Дембель. Кузбасс. Чуть ниже Кузбасс написано. Гомель. Ну-ка, что еще? Вот Липецк внизу написано. Липецк. И больше ничего не написано. Какие навесы? 4. Навесы на этих дверях были. Одни, вторые. Второй навес. Третий. Четвертый. Мощные двери. И на выход. А тут что-то написано. Поверху. Алтай. Конечно, Алтай. На выход. Вот фонарь пригодился, не случайно мы его взяли.
Не зря, то есть мы взяли. Выключаем и выходим. Тут ступеньки. И мы выходим уже через большой этот пролом. Верно. Вот сюда мы зашли с вами. Сталактиты. Вот тут мы были. Ну, метра полтора, наверное, крыша у него. Перекрытие. Накат. Пойдем посмотрим. Где-то здесь должны быть окопы. Они должны быть недалеко. Да, здесь низина сразу, вон туда вниз пошла. Туда на нет спускается. Там низина. Поросшая лесом. Ну, не было раньше леса. А мы на возвышенности. Ах, вот же уже. Вот и окопы. Стационарный окоп. Кирпичная кладка. Вот мы идем по брусьеру, вот низинка сюда пошла вниз. Мы по брусьеру идем, там дальше еще один объект на углу. Но сегодня мы не пойдем. Будем уезжать. Да, этого леса тут не было, повторяю уже который раз. Все быстро зарастает. Запасной район развертывания. Артполка. Вот и дальше пошли. Окопы. Это все окоп, который мы видели там. Вот они дальше идут, идут. Там где-то будут кончаться. Пехотинцы, видимо, отрабатывали навыки. Да. Такое охранение. Вот уже тут спелая эта костяника. Вот видно, что лиловая ягода, костяника. Где-то тут я видел. Не вижу. Что там она? Где? Надо пальцем покажу, чтобы я видел, куда я. Вот она, да. Вот. Костяник. Попробуем. Раз мы уже рядом. Вот эта ягодка. Две их тут мы сорвали. Кислая. Но есть можно. Лопал. Да, довольно много, вот уже видно. Это окопы. Мы переходим эту линию окопов. Шли. Почти что перешли. Вот теперь перешли. Запах такого. Запах разложившегося топлива.
А вот же что запах. Вот эта бочка. Может быть, с каким-то солидолом была. Очень даже может быть. Хорошо знаю этот запах. Бочка. Солидол. А что еще могло быть? Это еще дальше идет, идет окоп. Линия окопов. Ну, мы завершаем потихоньку. Вот это и ягоды с попом. Этот запах как раз попался. Дыхание сбило. Тут мы начинали видео, тут мы завершаем. Это примерно, повторяюсь, уже на такой раз. Запасной район развертывания Артулка. Войсковая часть. 60-413. Алтышлаг. Там где-то велосипед. Не видно. Да, и мы уезжаем. Всего доброго, до свидания. До новых встреч. Это какое растение, я не могу пояснить. Ну, красиво. Низкорослое. Вот сколько тут насекомых. Пчелы или шмели. Шмели. Я сюда шел, когда столько бабочек было. Много. Переменная облачность. До свидания. Полигон Ветрубовский.